С сегодняшнего дня выросли тарифы на перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам. Новый расчет по пригородным составил 2 рубля 62 копейки за километр, по междугородним 2 рубля 87 копеек. Увеличилась и стоимость проездных по межмуниципальным маршрутам. К примеру, теперь доехать из Чебоксар в Новочебоксарск на маршрутке стоит 25 рублей. При оплате безналом 24, на автобусе 21 рубль за наличные, 20 по карте ЕТК.